Сегодня очередная распаковка, 7 посылок. Ну, как обычно, начнем с маленькой, да? Да. Какая тут самая маленькая? Вот это, вот это, вот это. Посмотрим сейчас. Да я. Что у нас? Так, давай. Только пошустрее. Латвия. Посылка из Латвии. Сейчас глянем. Она все странная такая. Она все отслеживалась. Просто я не стал смотреть. Так. О, а! Ну что это? А это типа проверять, как заряжается. Ну это уже не мое. Так, это в конце поюзаем. Сейчас дальше. Ну, когда у меня есть просто... Я второй открываю. Вот, пока открывай. У меня есть видеорегистратор, который я непонятно, не заряжается он или нет. Потом покажу. И когда... Ты сюда, на мне. И когда заряжается, там не видно. Зарядился. А вот эта штучка, она покажет. Зарядился, какое идет напряжение. Сила тока, я полагаю. Это будет в конце, я ее покажу, чтобы не отвлекаться от распаковок. Так, давай я дальше. Ты как странно распаковываешь. Сейчас, смотри. Вот ее надо так сбоку так. Раз. Потому что там что-то мягкое. Можно порезать. Что у нас здесь такое интересное? О! Это интересное. Еще чем-то интересное. Mm-hmm. Так, сейчас мы ее. Оп! Какой-то шарик, что ли. Вот там что-то шкурит. Да и. Подожди. А! Это выращивать. Как ее? Сейчас я скажу. Посмотрела, что это такое. Это выращивать кристаллы. Детям такой небольшой подарок. Вырастим. Короче, будем делать обзор этой штучки, как она выращивается. Ссылка будет на это описание. Но следующее видео будет. Следующее видео, может, не следующее, скорее всего. Я буду показывать, как выращиваются кристаллы. 180 рублей, что ли, стоит такая игрушка. Ну, так, ради интереса. Заказал, посмотрим. Палик, иди сюда. Давай. Посмотрим, что из нее получится. Она не открывается. Так. А попробуй. Сейчас, ребенок. Давай, пока это открою, это следующее. Где маленькую, маленькую пока. А что это за игрушка? Я не знаю, вот, вот это открой. Какое-то здесь что-то непонятное. Так, а здесь у нас... Ты пока открывай. Ого! Хе-хе, у нас здесь какая-то игрушка. А, это тоже динозавр. Да, это тоже динозавр. Опа. Какой это? Это не динозавр. Это не динозавр, это что-то непонятное. Может, и динозавр. Да, это динозавр. На, ты пока собирай. На, потом, собирай, потом и мы покажем. Покажу, да. Так, следующее. Динозавры, кстати, они довольно дешевые. Ссылка будет в описании. Может, внизу дам. В этом вот сейчас вот под видео посмотрим, сколько стоит. Можно пока поиграть. В принципе, вещь недорогая, я бы не стал сказать. Так, опять какие-то кристаллики. Это что такое? Так, я позже посмотрю, что это. Если это... Да, это, скорее всего, кристаллики выращивать. Или соль для ванны. Посмотрим, я дам ссылку в описании. И потом сделаю обзор этой вещи. Я тоже пока не знаю. Заказывал, что я был в отпуске. Ну и, соответственно, я не смотрел. Что это? Я сейчас не посмотрел, не стал на сайт ставить. Алиэкспресс. Но когда буду делать видео, я, скорее всего, напишу в титрах, что это и к чему. Ой, во, вот это вещь нужная. Это дождевики для детей. Да. Дождевики для детей. Сейчас. То ли не, там что-то очень дешево. Кажется, спандау. Вот что получилось, только здесь надо какие-то ноги повернуть. Ах, кстати, он один здесь. Так, вот, что, надевай только. Это вот же... такой вот. А как одевать? Динозаврик получился. О, кстати, крыльями машет.
Оп, крыло отвалилось, сейчас я покрепче закреплю. Такая у нас сегодня веселая распаковка, все подряд. И динозавры, и дождевики. Что там у нас еще было? Где тут это что открывать? Кристаллики. Не понял. Подойди сюда. Что? О, вот так вот. Запихивай туда руки. Пойду пенчик. Подожди, стой, стой, я сейчас сниму. Вот такой дождевичок у нас. Одень капюшон, капюшон надень. Капюшон? Стоил он копейки, ссылку я дам. Пойду я пенчик покажу, ладно? Иди. А я пока открою следующую посылку. Так, так, так. Так. Надо же. Все открыто что-то уже. А, вот, маленькая тоже. Ну как, нравится? Нравится. Почему она одна? Мне это не нравится. А? Вот, кстати, вот это вот я. Это что? Так, а вот это пришло у меня с Гербеста. С Гербеста. Ну, пока... Подожди, стой, тут свисток, кажется. Дай. Вон, открывай. Я только другой. А что открывать? Какую посылку? Вот, последняя осталась. О, наконец-то летит. Три свистульки здесь. Железные. Это в лес ходить, например. И мощные, кстати. Смотрите, качественные, кстати, сделаны. Железненькие. Как брелок. Сейчас посмотрю, как они. Да, даже Павлику не понравилось. Тут у меня у нас так, даже 400 скат. Ого! О, сейчас, подожди. Да пока не распаковывай, сейчас. Очень там здорово. Вот. Павлик, пока не делай, я сам. Ладно. Там довольно интересно они сделали. Здесь у меня колодки. Ссылку на них дам в описании. И чистить цепь. Кстати, вот это я не заказывал, они мне, наверное, в подарок достали. Вот еще одна посылка. Тут мультитулс и вот в такую качественную они положили колодки. Тормозные колодки положили в китайский воздух. Я не знаю, зачем. Ну, ссылку на продавца вот на это дам обязательно. Потому что так запаковывать простые колодки, это просто гениально, как говорят дети. Плюс. Такой пакетик положили хороший. Ну, колодки все время заказываю, и каждый раз у разных образцов. Ну, смотрю, подешевле. Колодки. Да, пахнут резиной. В чем? Так очень. Вот все туда резиной пахнет. И мультитулс пришел. Сейчас я его открою. Давно я себе искал. И, кажется, нашел себе то, что надо. Ого! Мультитул, кстати, с этим, с ключом для цепей, чтобы цепь снимать. Забыл, как он называется. Ну, не сказал бы, что он очень такой хороший. Сомневаюсь в его качестве. В качестве именно вот снимателя цепей. Насадка здесь. У нас. Ну и различные шестигранники. Ты мне тоже, а ты должен. Сейчас, подожди. У меня последняя посылка. Шестигранники. Вот эту вещь я буду с собой таскать, скорее всего. Тут уже что-то. Смотри, какой мультитулс. Павел, смотри, тебе нравится? Нравится, нравится. Уже покажу, как я на канате ползу. Очень. Мне кажется, качественный. Видишь, ну ладно, время покажет. Ну то, что не ставили сюда, это же вот это. Такой же ключик удобный. Мне кажется, это им плюс. Это даже не ключ, я не знаю, что такое. И зачем? Вот эта вещь, честно говоря, я не знаю. Цепляться, что... А, скорее всего, чтобы она вот сюда куда-то цеплять. Скорее всего, цеплять ее. Честно говоря, не знаю зачем. Я не думал, что здесь есть. Вот это. Еще одну посылку обнаружил.
Сейчас не знаю даже, что здесь. А, не то, что не знаю. Посмотрите, что можно было. Ну, о, так у нас запаковано. Так. И тут накручено. Я думаю, там что-то маленькое. Накрутили. Во-первых, пупырка. Во-вторых, много. Ого! Это они вот так запаковали тормоза. Смотрите, которыми. Опять же, респект увожу к этому продавцу. Тормоза передние и задние, выбрейки. То, как запаковал это продавец, это ему вообще большой респект, большая уважуха, как говорят. Потому что так качественно. Видели? Я, честно говоря, даже подумать не мог, что так. Я думал, что там какая-то ткань какая-то, все плавает. Чтобы так запаковать. О. Респект продавцу. Вот, включил на зарядку телефон. Выдает столько напряжения, амперы. Ну, пожалуйста. Все в рабочем состоянии. До новых видео.